Всем привет, мы продолжаем играть Mountain Blade. Мы с вами будем сейчас сражаться сразу. И после этого отправляться в Сибирь. Ну, у нас тут два отряда. Один 15 человек, другой... Wow! Другой у нас немножко поменьше. Infantry forward! Arrows! Move! Infantry! Move! Horse up! Move! Мы их немножко расставляем. Troops! Все. Но пока мы ждем, пока они бегут к нам, они стреляют мои. Это неплохо. Мне нужно больше, конечно. Атак! Больше нужно. Живой. Серьезно. Я тебе в голову 47 режущим ударом дал. Ты ж калекой остался. Зачем? Еще парочка бежит сейчас, потому что я просто их не догоню. Бегать за ними, 6 человек там осталось. Имперские крестьяне. А, еда, неплохо. Теперь мы едем в Амор снова. Я так и не могу отъехать от них. Рынок. Ржавый топорик. Все это мы продаем. Финики дерева. Серебряную руду. Вино. Продаем. Боевая лошадь. Одну. Зачем мне боевая лошадь, спросите вы? Для вот этого человечка. Так, тут у нас копейщики. Хорошо. Прекрасно. Мы с вами опять же отправляемся в Сибирь. Меня задолбало уже бегать за этими отрядами из 2-3 человек. И мне интересно, что тут можно будет найти. Так, во-первых. Угу, тут прям народу куча. Рынок. Что тут по рынку? Топоры тут есть нормальные. Нет, тут только легкий арбалет, который мне, в принципе, не очень интересен. Шапки пара. Неплохие вещи есть, но они слишком дорогие для меня сейчас. Ладно, отправляемся в Сибирь прям. Прям, о, 14 мародеров, слушай. Я тебя все равно догоню, может. Прекрасно. Очень хорошо. Атака. Footmen, forward! Archers,
Move! Mountain forward! Foot forward! Теперь тут холодно. Everyone! Забираем. А, все это барахло тоже забираем. Тут еще 11 придурков этих. Стургианский рысак. Да, перевод, к сожалению, частичный, неполный. А, рынок. Стургианский рысак один. А мне надо их 4 вроде. А ты что мне скажешь? Скрытие краденого в Сибири? Нет. Мы не будем в Сибири сейчас править от себя репутацию пока. Пока не будем, по крайней мере. Может позже. Пока не хочу. Я планирую в этом королевстве отстаться, и в море я уже испортил себе все, что можно, всю репутацию, поэтому давайте не будем пока везде сразу портить. Долго мы так не проживем. Так, давайте-ка выходить отсюда. Так, еще раз, нам нужно по заданию 14 дней. Мне нужно стургианский рысак 4. У меня есть сейчас только один. Кайл бегает. Что у меня там? Угу. Плюс здоровье лошади. Хорошо. Давайте-ка сохранимся. То я забываю, а эта игра не самая надежная, может выбросить нафиг. Эвтос. А Эвтос чего тут делает? Это вроде не близкий к нему края. Охотника, мне рысак нужен, блин. Кстати, а я с тобой разговаривал уже? Так, понятно, с вами разговаривать бессмысленно. В Амор мы едем. Рынок. Рысак. Блин, тут нету рысаков. Твою мать. Что у нас ближайшее к Амору? Верчик. Давайте сюда.
Да, мы тратим очень много денег на содержание войск, которые мы практически не воюем. Тут боевая лошадь. Твою мать. Зачем я это сделал? Ладно, теперь мне надо 4 рысака. Охотник. Мне рысак нужен. Так, и куда мне валить? Вся проблема в том, что я не знаю, где он есть, эти рысаки. Эти, мне их надо 4 штуки, блин. Просто не успею. Я, наверное, не соберу за это время. А, твою мать. Как же все печально. Пожалуйста, будь тут. Рысак один. Блин. Ротая один. Лагетта, давайте посмотрим. Может, тут есть. Армия Элвин, я подойду, кстати, к армии Элвин, там, судя по всему, какое-то задание есть. Рысак, да. Это 4. А, теперь надо чисто вернуться и отдать этих рысаков. Что это за армия? Точнее, что у нее за задание у этой армии. Для меня, видите, есть задание какое-то. Интересно. Ага. Шикарно. А теперь Сибирь. Сколько у меня? 6 дней еды осталось. 6 дней. Это что? Влияние. Никакого влияния. Мародеры. Что? Это было так тупо. Я аж прифигел, честное слово. Рынок. Мне еда нужна. У меня закончилась еда, вы сами видите. Осталась фигня по еде. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Столько денег. Я переборщил. А, оливки мы выбросим. Сыр. Пиво очень дорогое. Давайте быстрее, ребята, пожалуйста, мне надо поговорить с кем-то из вас, не знаю зачем, и дальше двигать. Так, с кем из вас мне надо поговорить и зачем мне это? Все, уже не надо ни с кем.
Ладно. А, нет, надо. Вот с этим. Это был четвертый вроде как. А, вы не можете заплатить, я знаю. В смысле уменьшенный смакл? Вы охренели, это мой клан. Где? Где этот придурок бегает? Ты тоже. Радул? Мне вроде не Радул нужен. Ковил, вот он. Стоп. Что ли? 2000 есть, все шикарно. Есть деньги, есть. Я выполнил задание, есть деньги. Теперь мне надо только найти, на ком злость согнать. Где-то тут я видел. Вот мародерчики мои. Мои любимые мародеры просто. Потому что у меня в отряде просто все упало, что можно было, блин. Из-за того, что я им не смог заплатить. Эти длинные переходы через полкарты, которые забирают у вас очень много по... Подняли немножко настроение. Долго, блин, добиваем. Меня это бесит. Я долго добиваюсь чего-то. А потом в один момент, в одну секунду, все это разваливается. О, еще мародер. Десяток. Минус 300 ежедневно. Уже по 3 сотни ежедневно, блин, снимают. Чем лучше солдаты, тем больше им нужно платить, к сожалению. Такая правда жизни. Forward! Infantry! Forward! Bowman! Move! Everyone! Move! Charge! Мы забираем себе все то, что они награбили, насобирали. Итого у нас неплохо поднимается. О, морские налетчики. Ребята. Ну, вы не сбежите, можете даже не пытаться. Все, в принципе, давайте мы сейчас их расставим. Infantry! Move!
Archers! Move! Horse archer! Move! Footmen! Forward! Troops! Пока наши расстреливают, у нас 10 лучников, по сути, потому что 3 конны, 7 пешек. Но этого уже не было. Да, надо кого-то выбросить. Давайте мы парочку крестьян отпустим. Я не знаю, сколько. 49. Вот так. И все это барахло мы тоже забираем. Готово. Отправляемся немножко в сторону. Посмотрим, по отряду у нас есть улучшение. Ветеран. Опять же, тут нужен боевой конь. У нас его пока нет, и денег на него тоже, к сожалению, пока нет. Воин клана. Налетчик или застрельщик? Давайте застрельщика сделаем. Готово. В принципе. Давайте мы съездим в Сибирь, продадим пленных. По максимуму. Посмотрим, кстати, что у меня тут. Пока все так же, как и было. Давайте трактир. Пленные, рынок. Что у нас по рынку? Мы тут должны продать все вот это вот дребедень, которая нам не нужна. Шапку я пока оставлю. Корова, животное, я не знаю, зачем она нам, но пока пускай будет. Теперь в инвентарь зайдем, кстати, корова. Убить. Вы можете отменить это действие. Нормально. Не знаю, есть корова и есть. Типа можно другую и шапку сделать. Нет, пускай это остается и мне. Хорошо, в принципе, на этом на сегодня мы закончим. Продолжим уже в следующей серии на данный момент. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.